Вот предлагаю послушать ту же самую увертюру, не пожалеем время, в исполнении Мендельберга. Запись того же времени, годом ранее, в 1931 году была сделана. Ну вот, сравните. Thank you.
спрашивал я себя в данном и других аналогичных случаях, откуда это стремление сделать из вещи нечто на нее вовсе не похожее? Откуда эта боязнь выдержать некоторое время один и тот же темп? Откуда эта страсть носить оттенки, которые и в голову не приходили композитору? Вероятно, причина этого тщеславия подобных дирижеров. Мало им просто исполнить пьесу в духе ее творца, им еще хочется показать публике, что и они могут из этой пьесы что-то сделать. Это вас цумахен. Кокетство дирижера ставится таким образом выше воли композитора. Широкое же распространение этого тщеславного кокетства показывает неправильную оценку деятельности Бюлова в его цветущий период, с одной стороны, и грубое и неуклюжее подражание его слабостям с другой. Мы видим куда большее разнообразие там, где есть крайности движений. Крайности Адажио, крайности Аллегро. Это Мендельберг, это не Вейнгарден. И там же разнообразие динамики. Оттенки, которые в голову не приходили композитору, но композитор не за все отвечает в своей музыке. И он далеко не все записывает в ноту. Как выразился однажды, не однажды, а очень любил повторять, это Артур Никиш с неизменной улыбкой, ни один композитор не знает настоящего темпа своей музыки. Ни один композитор не знает верные темпы своей музыки. Именно потому, что композитор сидит внутри нее, и ему трудно оттуда выйти. В отличие от исполнителя, которому как раз трудно войти вовнутрь, да? Но он лучше это воспринимает извне. Все время в Вейнгартнера мы натыкаемся на одно. Верность тексту, в котором якобы заложена воля композитора, и надо ее только слепой верой исполнить. «Я должен опровергнуть, — говорит он, — один широко распространенный предрассудок. Исполнитель, в данном случае дирижер, не может увеличить достоинство произведения. Он может скорее его ухудшить». Ну, это тоже не так. И есть история исполнительского искусства, как раз опровергает Вейнгартнера. Уже в XVIII веке музыканты поразились, изумились вот этому своему открытию, что хороший исполнитель может и посредственное исполнение много поднять на неслыханную высоту. Так что композитор и сам удивляется, откуда что взялось, да, в его композиции. Так что и хорошее произведение, конечно, исполнитель может сделать превосходным. Он может, продолжает Вейнгартнер, скорее ухудшить произведение, но во всяком случае самое лучшее исполнение – это то внимание, которое просто соответствует истинной ценности исполняемого произведения. Надо полагать, эта истинная ценность произведения тоже видится Вейнгартнеру в совершенно очевидной, выраженной нотном тексте. Но так ли это на самом деле? Что такое эта истинная ценность произведения музыкального? Откуда мы ее берем? Это вопрос. Спасибо за внимание. Наше время истекло.